Нет у меня никаких клещей на лице. Это я порезался бритвой, когда брился. Марьяна говорит по телефону, мы с ней общались, что у меня спутанность сознания, и что работодатели видят это, и ну, что я подавленный такой, что у меня нету корректного лечения, не было дано мне в моем городе. Поэтому они ну, думают какой-то странный, не берут меня на работу. Что я не могу логически мыслить, спутанность сознания, депрессия. У меня, кстати, скоро флуоксетин закончится, антидепрессант. Еще в 2016 или каком, да, в 2016 году, когда я в Москву ездил и с девушкой, тогда мы впервые познакомились, я на работу сразу устроился в Пенсе. У грузин работал. Мне платили, по-моему, 1000 в конце, прямо в конце рабочего дня. И все было в порядке. Нормально работал. Правда, у меня были проблемы с счетом денег на кассе. По франшизе Пенсе, там, в торговом центре. Прямо я их приготавливал и продавал и считал, ну, деньги бумажные там были, не было карточек тогда, ну, сдачу давал там, все подсчитывал, но ошибался бывало. Короче, вот вариант, что у меня завтра, может быть, получится дозвониться там и устроиться. Но там опять же документы нужны все. Там столько документов нужно. А они только еще идут с деком. Там нужны документы о неоконченном высшем образовании и прочее. Это вообще жесть. Там еще вариант устроиться в Додо Пиццу доставщиком, пешим курьером. Там график свободный, но это нужно, чтобы там этот один чел меня, он там работал, чтобы он меня там записал. Потому что у него есть опыт. Он там работал, знает, как там оформиться. Цены здесь в Москве большие. Зарплата уходит очень быстро. Короче, если не устроюсь в магазин или на раскраску пряников, или на Додо Пиццу, то промоутером устроюсь. Ну, Додо Пиццу курьером, то промоутером устроюсь. Короче, листовки раздавать. Но как я буду в дождь раздавать, не знаю. Там, короче, чтобы дворником устроиться, столько документов надо. Это вообще жесть. Нифига себе, целая толпа мужиков вышла из подъезда. Это я просто порезался. Нифига себе, их как много. Они пьяные, что ли?
6 мужиков вышло. Не, они спокойные, адекватные. Фух. Сегодня на ВДНХ ездил. Устал там. Столько народу там. Вот, прям волны народу, океан народу. И гигантские пространства, гигантские.